Для тех, кто любит скорость и драйв, человечество придумало мотоцикл. Еще раньше был изобретен велосипед. Для менее рискованных переездов, но тоже требующих внимательности и знаний правил дорожного движения. Шло время, менялись модели, их цвет, форма и качество. Но неизменной оставалась любовь к этим видам транспорта. Используют сейчас мотоцикл и велосипед в первую очередь не как средство передвижения, а для того, чтобы ощутить вкус настоящей свободы. На права сдал в этом году, 4 месяца назад, за сезон. На советском минском мотоцикле проехал уже 6000 километров. Ездил в Гродно. Попали под дождь, под ливень. На закрытии были подведены итоги завершившегося сезона с вручением Кубка областной госавтоинспекции. В заочном состязании, которое стартовало еще в апреле, победили велосипедисты. Они, как показала статистика, более осмотрительны на дороге, чем мотоциклисты. К сожалению, по вине велосипедистов зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 7 человек погибли и 57 получили ранения различной степени тяжести. А вот велосипедисты намного лучше соблюдают правила дорожного движения, но, к сожалению, все-таки есть категория, которая их нарушает. С их участием зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых один человек погиб и 24 получили ранения. Эффектная колонна, состоящая из велосипедистов и байкеров, проследовала в Брестскую крепость, обращая на себя внимание прохожих и автомобилистов. Водители сигналили, и многие наверняка ловили себя на мысли, что тоже хотят покинуть удобное кресло машины и пересесть на более рискованный вид транспорта. Любите покататься с ветерком, нарушить скорость? Ну, это уже как все. Что чувствуете, когда едете? Не знаю, свобода, ветер, что-то. Ну, каждый в этом находит что-то свое. В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции с целью профилактики краж провели маркировку велосипедов и вручили сертификаты о ее прохождении. Такая акция проведена впервые и, возможно, будет иметь продолжение. Но главной задачей этого яркого и шумного мероприятия, которое прошло впервые, является профилактика ДТП с участием мотоциклистов и велосипедистов. Езда на двухколесном транспорте – это увлекательно и захватывающе, но в первую очередь она должна быть безопасной. Велосипед является уникальным транспортным средством, спортивным, скажем так, средством и возможностью поправлять здоровье. Поэтому такие мероприятия помогают людям, скажем так, все больше садиться на велосипед. Финальным аккордом мероприятия стала поездка в Каменецкий детский социальный приют. Дети уже ждали гостей и радовались привезенным подаркам. Однако самые незабываемые эмоции ребятам подарили настоящие байкерские заезды по территории приюта. Наши дети, они немножко обижены судьбой, поэтому не всегда с нетерпением ждут людей, которые отдают им частичку себя, которые всегда привозят с собой тепло. Все по-взрослому – мотоцикл, шлем, рев, сигналы и громкая музыка. Радостные глаза мальчишек и девчонок – главное доказательство того, что для счастья детей немного нужно. Всего лишь внимание, и участники закрытия мотовелосезона 2013 доказали это на практике.